А уголочек садовода рад приветствовать всех на своей кухне садовода. Вы пока там вещайте, а мы покушаем. Да, я еще ни разу не вкусил этого пирога, как говорится. Но вот мы чем занимаемся в карантине и прочие такие штуки. Да, что мы едим, собственно, чем питаемся. Во, это что у вас там, во? Пирог. Пирог из чего? Кого? Мы сами его испекли. Ага. Давайте рецепт назовем. Что у нас там есть в пироге? В пироге? Да. Яйцо. Мука. Сахар. Масло. Разрыхлитель. Разрыхлитель 5 грамм, яйца 6 штук, но мы положили 4. Молоко? Не, вот молоко сюда не ложили, но иногда я добавляю, да. Молоко можно в прикуску. О, да, наверное, будет еще вкуснее. А молоко застряло. Хорошо. Вот. А вот это вот ягоды. Да, это мы и симпровизировали, положили немножко малинового варенья сверху, так как жиденькое тесто получается. Это для мультиварки специально. У нас мультиварка Redmond, и мы туда печем. Там хорошую книжечку нам подарили для рецептов в комплекте. И вот пирог вон тот, который, да? Покажи, какой пирог мы пекли. Ну, вот этот. Какой? В принципе, вот этот. За твоим пальцем. Вон тот пекли мы, да? Светленький, бисквитный. Вот он, собственно, исходит, только у нас яйца желтые, поэтому получается вот такой бисквитный, еще мы варенье туда бухнем. А да. Еще муку положили. А, еще муку мы положили, это, как ее, грубого помола, да? Но вы считаете, что я промазал и положил ржаную? Мне на вкус кажется, что это ржаная, да. Ну, а как вам с ржаной? Собственно, я смотрю, расходится? Нет. Да, учитывая, я уже второй ем. Просто ржаная у нас и грубого помола, они одинаковые на вид. Получились почему-то. И вот трудно нам было отличить пачки, мы их не подписали, поэтому слопал целый кусок. А ну подожди, проглотить не может. Ты запей, тогда легче будет. Сухометку ты жуешь так совсем. Вон, буль-буль-буль. И буль-буль-буль. В следующий раз можно испечь другой пирог. Конечно. А, муки 200 грамм ушло всего-то. Да, кстати, вот это очень то есть экономичный вариант. Масло сливочного я сюда не ложил в тесто, но кто хочет, то любит вот этих всех понажористей, как говорится, понаваристей, пожалуйста, ложите. Там довольно-таки большое количество его можно положить внутрь. Вот. Но, в принципе, нам и так нравится. Постненько, как говорится. Вкусняшечка. Да. А тебе понравился? Лео. Горячий. Горячий, правильно. Ну, я ем. Оп. Ничего так, хоть к языку прилипает и к нему, но я ем, да? Угу. Нормально, правда? Можно отщипнуть у тебя немножко? Ты не будешь ругаться потом на меня? Знаете? А? Можете с ягодками, да? А действительно ржаную похожую муку. Скорее всего, я промахнулся. Ну ничего, похож на бисквит. Подождите. Да. А мне кажется, что мороженое. В любом случае будет вкусно, мне кажется, да? Ну, детям вроде нравится. Поэтому готовьте с Редмондом, с мультиваркой, со своими яйцами. И это не реклама. Там очень просто, да. Мультиварочку раз, взбил и залил. Подождал 50 минут и готов пирожок. Да, мы пока на улицу собирались. Решили остаться. Сейчас, вот. Да. Мы на улицу, в смысле, у себя в огородик, не дальше. Не-не-не, мы только мусор вынесли. Мы законопослушные, ребята. Вот сюда, на крыльцо. На крыльцо, да. Хорошо. Приятного аппетита. Готовьтесь с любовью. Я ваше здоровье. Ура, молодцы. Я ваше здоровье. Правильно, молодец. Мам, здоровье.